Україна та українці довго очікують якихось змін. Вже прийшли місцеві вибори та нічого не відбувається. Ми хочемо бачити якесь покращення, та цього немає. Реформ від нас прагне світ, але ми їх не робимо. Наша влада все робить те, що було найгірше для людей. Студії «Майдан ТБ», я Юлія Гончар, вас вітаю. Сьогодні будемо говорити про головне, що стосується кожного із нас. До нашої студії завітав політичний експерт Сергій Биков. Пане Сергію, я вас вітаю. Здрасте. Одразу хочеться розпочати стосовно Криму. Як ви проаналізуєте ситуацію стосовно енергетичної блокади Криму? Ну, в першу чергу, я являюсь ярим противником любої блокади. Как энергетической, так и продовольственной. А тот факт, то, что обвалили, взорвали ЛЭП, это весь мир признает террористическим актом. Вот, к примеру, вчера выступил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия, и он четко сказал, что это является террористическим актом, который украинская власть должна расследовать и должна, ясное дело, что провести ремонтные работы на этой линии электропередачи, возобновить поставки электроэнергии в Автономную Республику Крым. Ну а те преступники, которые совершили данное преступление, должны понести справедливое наказание. Ну, мы бачимо, что в нашей стране, так как стосовно, что было в Іловайську, так, никто не несе покарання. То мы не можем сподіватися на то, что через цей террористичний акт хтось понесе. У нас просто, к сожалению, в Украине очень процветает активно политика двойных стандартов. Если преступление было совершено с украинским флагом в руках или с выкриками «Героям слава», то, соответственно, это преступление уже не признается преступлением, а считается либо демократическим протестом, либо голосом народа, либо чем угодно другим, но уже не считается преступлением. А если, не дай бог, это преступление было совершено без флага в руках или без вскрикиваний «Слава Украине» или еще чем-то подобным, тогда это, безусловно, признается преступлением, и эти люди арестовываются, расследуется данное преступление. Ну, а чему что здесь такие подвійні стандарты? Потому что наша власть, которая у нас есть сегодня, она пришла в свои властные кресла, села в эти кресла на человеческой крови. И как раз на политике двойных стандартов. Угу. Поэтому они исповедовали эту политику с первого дня, исповедуют ее сегодня и будут исповедовать завтра. И, к сожалению, как мы видим по результатам местных выборов, эта власть не готова отдавать свои кресла другим людям, которые были избраны на демократических выборах. Тоді ми все одно, ми обирали, народ обирав цю владу. Ми винні якось також вину несемо за те, тому що ми свій голос так віддали. Да, да, ми несемо вину. І не тільки ми ті, хто голосували, але і ті люди, хто ігнорував ті вибори, президентські вибори, місцеві вибори, які були там в Києві і в багатьох інших містах, місцеві вибори, які відбулися от на медне, как говорится, и, безусловно, предыдущие парламентские выборы. Все люди, которые игнорируют выборы, они также являются виновниками того, кто пришел к власти. Потому что недаром Черчилль говорил, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не приходят на выборы. Чому ми так? Тоді як можна логіку українського народу зрозуміти тих, хто не прийшов на вибори? Адже ми прагнули змін, ми виходили на Майдан, так? Було кровопролиття, дуже багато людей загинуло. Зараз хлопці на передовій також гинуть. Чому тоді ми проігнорували ту зміну, яку також важливою? К сожалению, як я пообщався з представителями різних типів електората по Україні, у всех единое мнение. За нас уже все решили. Нету смысла идти на выборы. Я всем говорю, это ошибочное мнение. Если вы придете на выборы, проголосуете, по меньшей мере, вы будете надеяться на то, что ваш голос не украдут. На то, что ваш голос не нарисуют тому или иному кандидату. Потому что вы будете четко знать, что я пришел на выборы, проголосовал за такого-то кандидата, за такую-то партию. И я в ответе за действия этих представителей. И на выборы ходить это не право, а обязанность. И в этом состоит логика многих цивилизованных стран.
что те люди, которые не ходят на выборы раз, второй раз, у них это право приостанавливается принимать участие в выборах в качестве избирателя. И тогда они должны написать соответствующее там, прошение о том, чтобы им возобновили право быть голосующим. Тогда смотрят, голосує человек, не голосує. Ну, і от стосовно продовження так наших виборів, які пройшли, в Кривому Розі прогнозують, що може бути введене пряме народовладдя, якщо не буде змінено склад ЦВК. Що ви думаєте з цього приводу? Состав Центральної избирательной комиссии, безусловно, необходимо міняти. Тому що свій законний срок він відработав. І, согласно законодательству, він должен був бути змінен. Причому змінен фактично повністю. Но, к сожалению, и руководитель, и глава Центральной избирательной комиссии Ахиндовский, и другие члены Центральной избирательной комиссии очень выгодны для сегодняшней власти. Они провели президентские выборы, когда избрали Порошенко. Они потом провели парламентские выборы. Я считаю, что Ахиндовскому надо было уходить в отставку сразу после президентских выборов. Он бы сказал, я провел демократично президентские выборы, все, я устал, я ухожу. Это было бы логично. И тогда бы новый состав Центральной избирательной комиссии проводил бы выборы в парламент, проводил бы местные выборы. И не было бы этих претензий. А то, что происходит в Кривом Роге, я это не могу назвать народовластием. Это скорее попытка некой части населения реализовать свои политические процессы не методом демократических выборов, а методом дубинок, методом коктейлей Молотова, шин и так далее и тому подобное. Мы все видим, что подобные мероприятия ни к чему хорошему не приводят. Мы убедились в этом за последние 2 года. Очень хорошо убедились. А у людей была возможность прийти на выборы, поддержать своего кандидата. И, как показывает Кривой Рог, там, в принципе, голоса разделились практически поровну. С небольшим перевесом кандидата, который стал победителем мэрской гонки. Но то, что мы наблюдаем тревожное событие в Кировограде, в Кривом Роге, говорит о том, что данная прослойка электората, симпатики проигравшего кандидата, они более мобильные, они более активные, их легче мобилизовать для проведения каких бы то ни было акций. А представитель симпатики нового мэра Кривого Рога не являются такими активными людьми, которые пришли и по закону пришли на избирательные участки, проголосовали, выбрали мэра и ушли дальше заниматься своей жизнью. Так, то який все ж таки має бути вихід, щоб цього такого майдану, який був в Києві, не відбулося в Кривому Розі, щоб не виходили люди, як ви кажете, з дубинками та коктейлями Молотова? Ну, я глибоко убежден, що власті необхідно предприняти всі усилия для того, щоб провокації в Кривому Розі не состоялось, щоб люди, якщо вони хочуть проводити мирний протест, пускай вони його проводять. Но чтобы ни в коем случае там не появилось захватов, а мы уже видели, что происходили захваты. То есть тех людей, которые совершили преступление, нападение на государственное учреждение, их необходимо арестовать, дать хотя бы минимальные наказания, хотя бы минимальное. Хотя по хорошему делу этих людей надо наказывать по всей строгости украинского законодательства. И власть должна показать, что она может контролировать ситуацию в стране. Если власть не может контролировать ситуацию хотя бы в одном городе, где назревают возможные колыхания, тогда возникает вопрос, насколько эта власть может обеспечивать защиту в целом Украины, насколько эта власть может обеспечить защиту граждан, безопасность граждан. Ведь если она не может этого обеспечить, значит ей надо сказать, я устал, я ухожу. Цього не зробить ця влада. Бачите, ви кажете стосовно голови ЦВК, що він мав так зробити. Також дуже багато людей, і експертів, і взагалі нардепів так говорили про пана Яценюка, який мав би вже давно піти.
гідно своєї посади. Цього не відбувається. Власть, яка приходить... Ну, це історична практика. Власть, яка приходить на крові, вона без крові старається не уйти. Вона всіми правдами і неправдами держиться за своє кресло. Мы это наблюдали в той же самой Германии, то есть во время Веймарской республики. Это абсолютно стандартный исторический процесс, на который надо смотреть и его прогнозировать. Смотреть, как это было в истории, и видеть пути развития дальнейшие, как это будет в Украине. Но я все-таки надеюсь, что будут проведены демократические выборы в парламент. В парламент придут новые политические силы. И, кстати, вот одно из последних. Вы когда-то, хоть в одной стране мира, нашей большой планеты Земля, видели, чтобы премьер-министр в парламентско-президентской республике шел к президенту советоваться касательно переформатирования правительства и разработки программы действия правительства? Не к руководителям фракций, коалиции, не к руководителям комитета Верховного Совета, парламента, то есть того органа, который является Верховным, согласно Конституции. Нет, он идет к президенту, который совсем не имеет отношения к этому. Но это ведь нонсенс, если не назвать это просто бредом со стороны премьер-министра Украины. Тоді про яку владу ми можемо говорити? Ми маємо, правильно ви сказали, ми маємо чекати цих парламентських виборів. Не тільки чекати, але й готуватися до них. Должны выкристаллизоваться, я уверен, выкристаллизовались на этих местных выборах новые лидеры, возможно, молодые, возможно, не очень, но которые готовы брать на себя ответственность и которые видят дальнейшее развитие Украины в том или ином векторе. И их надо выдвигать на следующих парламентских выборах, приводить их в парламент, контролировать, как они будут работать, насколько они будут подконтрольны своим избирателям. Насколько их слова не будут расходиться с действиями. Но опять же, следующий парламент, он должен быть переходным, и он не отработает свою полную каденцию. И он не должен ее отработать. Он должен прийти на год, ну на полтора от силы. Не на два, не больше, чем полтора. Выполнить свою маленькую задачу по реформированию конкретной отрасли. Когда мне говорят, что нельзя провести реформы за два года, я говорю, что этот человек врет. Потому что опыт Польши говорит о том, что все польские реформы, основные, фактически были проведены за 14 месяцев. Это год и два месяца. Не два года, не два с половиной, не три, не пять, не 10 лет. 14 месяцев. Це можливо зробити, але поки що не з нашою владою. Стосовно реформ, про що ви говорите, ось хочуть також прийняти, наша влада хоче прийняти такий законопроект, щоб закрити всі державні музичні школи. Та тільки, як вона їх закриє, відкрити комерційні. Це ж нонсенс. По-перше, це скільки людей залишиться без роботи. А ми постійно говоримо, що потрібно, що люди мають працювати, працювати. Я вже не кажу про цю зарплатню. Як взагалі, як таке може бути в країні, коли треба реформи для світу показувати, нормальні якісь, а не те, що в країні, яка економічно занепадає. Взагалі, люди дуже сильно себе, ну, погано себе почувають, тому що немає цього покращеного життя, і взагалі воно погіршується, то ще й такі реформи приймати. Я не вважаю, що реформи треба проводити для того, щоб показувати їх світу. Реформи треба проводити для того, щоб увеличувалось, улучшалось качество життя населення, в першу чергу. Потому что если улучшается качество жизни, тогда, соответственно, эта власть переизбирается и дальше, 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 дальше. А мы сейчас делаем все в перспективе на Европу, в перспективе на третьи страны. Но совершенно забываем о том источнике власти. А источником власти в Украине является народ Украины. Так. И вся политика правительства является абсолютно антисоциальной. Я согласен с некоторыми политическими партиями относительно того, что это является социальным геноцидом украинского народа. Но нельзя проводить такую антисоциальную политику, чтобы народ страдал. Такое впечатление, что власть видит в страдании какое-то благо. Перспективу якусь, тільки взагалі не зрозуміло яку. Нельзя думать, что если народ затравить, зашугать, то он будет бояться. Украинский народ не будет бояться. Он просто выйдет и сметет эту власть.
Майданом? Чи як? Не дай Бог. Ну, от, як, не дай Бог. Яким, от як, що має робити український народ, щоб він був почутий? Он должен прийти на выборы, проголосовать за кандидатов, которых они реально поддерживают, не за гречку, не за сахар, как в некоторых городах было, не за аптечки с просроченными медикаментами, а почитать биографии кандидатов, почитать программу, почитать историю становления того или иного кандидата, прийти на избирательный участок и поддержать за того человека, которого они считают более достойным. Если считают, что нету там достойных, самому идти на выборы. Тобто, бачите, проблема також, влада владою, так ми говоримо, вона дійсно, критикувати її можна дуже багато, але вже ми можемо також побачити, що і від нас. От ми робимо помилку. Тобто ми щось вимагаємо, але самі не робимо того, що маємо робити. Люди тем, что они не идут на избирательные участки, не идут на выборы, не идут голосовать, они тем самым увеличивают долю проплаченного электората. Ведь если там явка будет 80%, 85%, то те купленные 3-4 тысячи избирателей в том или ином округе, они не будут составлять большинства. И нельзя будет просто так скупить себе мандат. Нельзя будет просто прийти, засеять гречкой и купить себе место в городском, областном, верховном совете. Люди, мобилизируйтесь. Идите на избирательные участки, голосуйте. Смотрите сейчас, после выборов, чем стали заниматься те кандидаты, которые были. Какие сейчас есть общественные организации, кто их лидеры. Что эти общественные организации делают, какие идеи они продвигают, какие их реальные конкретные шаги. Объединяйтесь с общественной организацией и дальше идите, если вы считаете, что нету достойных кандидатов, идите сами, покажите, что вы достойны. Так. 1 грудня мають призначити спеціального антикорупційного прокурора. Говда та Каська – два претенденти на посаду. Перша людина Шокіна, другого хоче бачити Європа та Америка. Я вважаю, що антикорупційним прокурором должен бути тот, кого хоче видіти не Шокін, не Америка, или Європа, или Росія, или Африка, или Бразилія. Антикорупційним прокурором должен бути тот чоловік, которого не хочуть видіти українські корупціонери. Але це неможливо, ви ж розумієте. Тому що нашу корупцію, треба подолати корупцію. Корупцію подолати, я не знаю навіть, яким чином можна. Ні в одній країні корупція не була повністю преодолена. Є тільки кілька країн, в яких корупції не було. Це нацистська Германія, це фашистська Італія і... Северная Корея и Сингапур, когда был Ли Куан Ю. Это единственные страны, в которых не было коррупции. Потому что за коррупцию просто убивали людей. И это, к сожалению, единственный выход. Потому что если этого не будет происходить, тогда коррупция в том или ином случае будет. Одно дело, есть, как делится государство. В одних странах коррупция идет с самого низового уровня. То есть ребенок рождается, для того, чтобы ребенок родился, надо заплатить врачу. Дальше, ребенок идет в детский сад, для того, чтобы он пошел в детский сад, надо заплатить директору детского сада. Если ребенок, не дай бог, идет в поликлинику, надо заплатить врачу за... анализ МНТУ. Банально даже. И дальше, дальше, дальше. Для того, чтобы человека даже похоронить, надо заплатить. Не за там, место в земле, не за гроб, а за то, чтобы его просто похоронили. Но как так можно? А в других странах есть политическая коррупция. Она, да, она ярко развита. Но коррупция идет только на высоком уровне. Когда идет коррупция в договоренностях между политическими партиями, между политическими группами, между группами влияния. Но эта коррупция не касается рядовых граждан.
И в таких странах принято считать, что якобы коррупции нет. Ведь мы с вами говорим о том, что мы видим коррупцию, что она нас окружает. А нам необходимо сделать все для того, чтобы коррупция нас не окружала. Для того, чтобы гаишник, слава богу, уже не брал взятки. Вот хороший пример, кстати. Единственный, наверное, хороший пример, и то частично. Очень частично хороший пример с новой полицией. Ведь что по факту произошло? В Киеве набрали новую полицию, все хорошо, все классно, заработали, показывают определенный результат. Но по всей стране просто милицию фактически переименовали в полицию. И был раньше такой пузатенький полковник милиции, коррумпированный. Он поменял фуражку и стал некоррумпированным полковником полиции. И все, полное перерождение. Он теперь не коррупционер, потому что он полицейский. Ну нельзя так делать, нельзя. Ну, але ж все ж таки, ця реформа з поліцією, вона в Києві, вона працює. В Києві, да, в Києві я согласен, в Києві работает. И я считаю, что наша власть сделала очень грамотно, что начала это именно из Києва. Потому что все-таки в Києві находится Верховный Совет, в Києві находится Кабинет Министров, в Києві находится Администрация Президента. Остальные основные центральные органы государственной власти находятся в Киеве. И поэтому все такие страшные события, они зачастую происходят в Киеве. Не во Львове, не в Виннице, а именно в Киеве. Ну, берут свое активное начало. Поэтому киевским горожанам необходимо показать, что что-то вроде бы как происходит у нас в стране. Вроде бы идут какие-то реформы. Но реформа в одном городе – это не реформа в целом по стране. Так, так, как вы сказали, что это не может быть в одном месте, потому что люди, лише кияни, не могут почувствовать себя защищенными, а інші как? Это одна велика держава. Чтобы почувствовать себя защищенными, влада этого не делает. И люди зневірені. Вони не доверяют. Зараз нам що? До наступних, от ви сказали, що ми маємо йти на вибори. Зараз нам що до виборів треба робити? Просто сидіти і чекати, що щось зміниться? Ні, ні в коєму случаї. Необхідно об'єднатися зі своїми єдиномислюваннями, формувати хоча б маленькі общественні організації, пользуватися статусом общественної організації, реалізовувати ті чи інші проєкти. Не треба від грошей для цього. Для того, чтобы зарегистрировать общественную организацию, сегодня нету пошлины. И общественная организация регистрируется за 3 дня. Возьмите своего соседа, свою подружку, свою коллегу и возьмите какую-то бабушку из соседнего подъезда, к примеру, которая будет возглавлять ревизионную комиссию. Сделайте общественную организацию и инициируйте решение каких-то проблем, которые вас волнуют. Реализовывайте свои интересы через эту общественную организацию, которую вы же создали. И понемножку, каждый шаг за шагом, мы сможем привести эту страну к так называемому светлому будущему, про которое все говорят, но никто не видит. Ну правильно, то есть это мы маем работать мы. Все реально должны делать мы сами. Никакой волшебник на голубом вертолете не приедет и щелчком ничего не изменит. Если мы сами не будем хотеть изменений, если мы сами не будем делать все для того, чтобы изменилось качество жизни, чтобы изменились условия жизни, ничего не произойдет. Для, как я смотрю, для многих людей выборы – это манна небесная. Под выборы начинают ремонтироваться дороги, начинают краситься подъезды, вставляться замки, предоставляться счетчики и так далее, и так далее. Меняться почтовые ящики. Ну, друзья, нельзя что делать только под выборы. Мы это разумеем, но оно у нас так все и происходит. Просто люди, к сожалению, как показывает практика уже не первых выборов, на это покупаются. И многие люди, особенно вот в селах, до сел обычно даже не доезжают кандидаты. Не всю агитацию довозят до сел, там, если мы говорим о национальных выборах. И многие там, бабушки, дедушки по селам, потому что в селах молодежи фактически нет.
ее минимальное количество. Если ей приходит листовочка того или иного, той или иной политической партии, она ж берет ее и думает, о, так это ж надо пройти и вот за него проголосовать. Или вот за эту партию надо пойти проголосовать. Потому что они ж потратились, они ж мне прислали листовочку. В результате мы имеем такое правительство. В результате мы имеем такой парламент. В результате мы имеем такой уровень жизни. Кстати, этот парламент формирует правительство. Дальше формируются местные органы государственной власти. Не местного самоуправления, а органы государственной власти. Ну и больше еще також у тих людей, які живут в селах, вони дивляться телебачення і вони бачать постійно якихось фігур, які постійно з'являються, і вони також з них віддають голос, тому що вони інших не знають. Вони, ось, наприклад, молоді, да? Молоді партії, молоді лідери, які справді могли б змінити щось, покращити, вони не пройшли. А чому? Але ж це реальні зміни, тому що їх не знають. А тим паче бабуся, дідусь, ні, вони не будуть голосувати за них. Не будут, потому что они увидели в телевизоре название какой-то партии, и они пошли за нее голосовать. Или еще чаще, что бывает там в селах, они идут к главе села, к которому до этого приходят все партии. И главы сел, я вам скажу, это самые хитрые люди, каких я встречал. Они берут деньги со всех партий. Всем обещают, что они всех будут поддерживать. А потом того человека, ту партию, которая предложила больше или лучше, или является провластной, они в результате рекомендуют голосовать за эту политическую силу. Или та, которая в области набирает большинство. И очень многие жители этого села голосуют так, как им скажет сельский глава, который тоже может быть достаточно коррумпирован, в свою очередь. Ну и завершити я хочу нашу с вами розмову тим, що розпочали з Криму. Чим для України може обернутися виключення світла в Криму? Ну, в первую очередь, от этого пострадают украинские граждане, которые живут в Крыму. Но не только в Крыму, но и в Херсонской и Николаевской области, в первую очередь. Потому что мы не должны зацикливаться на блокаде той или иной территории. Мы должны найти те компромиссные пути решений, чтобы и электричество в Крым поставлялось, и найти те пути, как Крым вернуть в Украину. Ну а кроме того, я очень не хочу, но я боюсь, что непредоставление электроэнергии в Автономную Республику Крым может грозить эскалацией конфликта. Эскалации нашего конфликта с Российской Федерацией. Причем это я говорю сейчас не только об эскалации конфликта на Востоке, то есть там, на Донбассе, но и вполне возможно и в Крыму. Потому что по определенной информации там сейчас активизируются туда поставки вооружений. И я не буду готов брать на себя ответственность через там, неделю-две и говорить о том, что я поддерживал блокаду Крыма. Я ее не поддерживал с первого дня. И считаю, что тем людям, которые инициировали эту блокаду, надо недельку пожить без электричества, без интернета и желательно без еды. Чтобы они просто на себе так на чуть, чуть-чуть прочувствовали, а потом думали, что они призывают делать. Я вам дякую. А я нагадую, гостем програми був політичний експерт Сергій Биков. Залишайтеся з нами.